позициях и посмотрел, оборудовано все по высшему разряду, конечно, хорошо, отлично, но позиции позициями, но люди с той стороны линии фронта, наши соотечественники, наши братья, которые на референдуме голосовали за независимость от украинской хунты, они обращаются к нам не просто с мольбой о помощи, они уже кричат от боли, от страха, от ужаса, потому что негодяи из вооруженных сил, карателей украинских, ну, попросту глумятся над ними, издеваются. И мои соратники, друзья, полевые командиры считают, что ни в коем случае нельзя останавливаться. Почему, за что страдают те люди, которые не захотели быть под гнетом фашистов и нацистов? За что они сейчас это? Понятное дело, мир, конечно, это хорошо, но в данном случае худой мир вот такого плана, когда над нашими людьми издеваются, их расстреливают целыми десятками и сотнями людей, и пытки, и издевательства продолжаются. Как можно терпеть и смотреть на это все дело? Я призываю трезвомыслящих людей, которые находятся в руководстве нашей страны и нашей молодой республики, задуматься о том, что нельзя так делать, поступать с нашими людьми, которые надеялись, что если они выскажут свое мнение, то мы сможем их обезопасить. А получается так, что мы их бросили на произвол судьбы? Так быть не должно. И мы будем стремиться к тому, чтобы освободить наших людей, о том, чтобы выкинуть оккупантов с нашей земли. Слезинка катишься из глаз наших соотечественников, жен наших бойцов. Это незаживающая рана в сердце каждого бойца нашего, каждого воина, который здесь находится. Почему так произошло? Почему мы бросили своих людей? На эти вопросы пока нет ответа, но мы их найдем.